30 слева. Сами. Харзу, заходи. Принимайте саму драйпати. Паладин и сразу баф вытирает. Берите там фласки, пойдите купите, потому что он баф все-таки. Смотри, что фласки пить? Нет, на босса. Ну, трэши тоже пускай пьют. Трэш такой же сильный, как и боссы. Чек на АФК. Тыкайте на самом. Там ничем сломался. Там еще фокус. Так ладно, он сказал, что отойдет, ничем. Диана, у тебя есть сакра? Она точно на амбафе. Да вроде. А что ты такое? Сказал, что там трэш будет серьезный, вроде бы нормальный трэш, как обычно. Ну, попросим потом в будущем админа, чтобы еще ухудшил нам условия здесь. Вас 9 кхп, он не знает, что он баф. То ли у меня музыка играет. Да нет, Олег фонит так сильно. Сейчас я отберу. Блин, забыл, что здесь мобы. Давайте бафу теперь ставим. Ох, как снесло. Не стойте близко к мобам проклятым. Нравится. Там бафик давай. Стой, сейчас я резну.
Так, еще пятого хила на ребро. Угу. Угу. При нас ФПС. Шутка. Переполагнусь. Переполагнусь, он будет перед боссом. Если только музыка играет, ярко открыто. То есть у тебя остался холи плист? У меня никогда не было. Я приду. Ты что, заболел? Голос какой-то. Ух, не, вроде нормально. А. Ну, стопли немного, там нужно больше. Секундочку, релог. Папис, спекайся. Аэрдрона этого босса. У меня же ДЦ всегда был, холика никогда не было. Забыл. Ни в чем принимай сумму. Да, да. Толик, можно? А. Блин, даже сакру на первом вехе, как огурчик на втором. Гимн на хп по команде. На вихре стоим возле звездочки, отбегаем от луж возле звездочки. Милики бьют шипы. РДД играет в босса и шипы. Напишите в экрану, какой спик ролим. В рейде кому-то надо ботинки? Вот это сухо. Ладно, тогда не буду заходить. Играет 14 ПР. Есть баф. ЕРП же можно добыть на другого перса, перекинуть. Если ты напишешь об этом РК. Ну, РК написал, да. Давайте бафы по варам. У кого сейчас стоит аура льда? Аура защиты от магии льда, паладин. Кто сейчас поставил эту ауру?
Наверное, я поставил за приста. Отойду 5 секунд, телефон. Хекс пишет. На сколько? Привет передает. Он с армейки на день отпросился. 9 месяцев, говорит, осталось, чалится. Пускай разбежится головой об стену. Все, лету топка. Кто кулак раздает, паладины? Вам кидать ГП? Пелин прота. Ну все, я дал. Его просто поздно присмотрели, я забыл про него. Кло стоит аура льда, паладины. Где моя кастерская? Ну кто сейчас поставил ауру воздаяния, поставь фрост резист. Наверное, это был Дим Чиф. Да? Ну, я же говорил, да, это я. Мог бы с первого раза ответить. Я отвечал это. Не было слышно. Вот, готов? Да, макрос на пол. Давайте рост. Мы же всегда отбегаем. Лево-право от лошади. Выиграем. Если, не дай бог, ребро будет там же оставаться в рейде, вы бросаете и все, отбегаете к стенке, оббегая лужи все. Сейчас будет вид. Смотрим, как разбегаются лужи, с них оббегаем. Играйте только в шипы. Шипы сейчас будут. Все в шипы, разливаются новые лужи. Вот. Внимательно. Ребро идет в рейд, отбежали. Идет соперник на ХП. Бежали от лужи. Так, звездочки. Играйте все в шипы. Или пес гимн отхил. Бегайте от лужи. Это звездочки. Играем все в шипы сейчас. Лужа пропадает, ты встаешь. Вставай. Сзади два шипа. РДД переключили в шипы и встали под босса. Бежали все под фрейм. Играем новые шипы. Сзади один шип РДД. Переключились в шип сзади. Новые шипы. Так, вихрь костей. Отошли в звездочку сейчас. Звезду отошли. Убежали от лужи. Убежали в звездочку. Давай сакуру, как огурчик. Крисит. Давай гимн отхил. Укус хира гимна отхил, отбежали от лужи. Главное, отбегаем от лужи. Остальное не важно. Играйте в шипы, отбегайте от лужи. Отбегаем от ребра. Отбежали от ребра. Новые лужи. Отбежали от новых луж. Все, спокойно добиваем босса теперь. Зима. Так, Ваня, спекайся в танка. Или может
Как идея, Фризи Филакс танка, а ты в АДК останешься. 5 шп в рейде. Проблема с наполом будет с агро на танках. Но если на него первого наполит, то он там выживет, словит, а дальше... Бой долгий, просто лучше 2 БДК здесь. А, ну давайте 2 БДК. Осколки никому не надо. Дальше. Мафайте сову. У нас в рейде 3 совы. Это плохо и хорошо одновременно. 3 вихря. Кидаете на ниликов сразу приоритет. Курик, Рога, Кот, Хантер, Ретрик. Потом идут маги, Локи. Писты помогаем фирить по КД. Все паладины с пула. Прожимаем длань жертвенности. Капля называется с пула. Смотрим, чтобы она была все время на КД во время боя. Особенно за одну секунду до контроля. Снимаем бафы. Защита темной магии. Убираем ауры защиты темной магии. Готовы с пула, звездопад юзаем до появления трэша сразу с пула. Слева будут милики бить, справа РДД. Справа билин танчишь, слева до БДК. Первый на пол на Джерина идет, потом уже на политру. Верзул кидает СС на листалка. На кого? А, все понятно. Так, Апи, спекайся в сову. Сова, если не восприимчивость вы у человека от вихря, еще раз кидайте. Просто клацайте пару раз вихрь, и все будет нормально. Чтобы не было такого, если человека иммун к вихрю, вы опять не кидаете вихрь, а говорите об этом РК. Или пишите об этом РК, это не надо делать так. И рыбу. Паладины, прожмите сейчас божественный щит все. Божественный щит. Сразу отменяйте. В контроле вы не прожали его опять. Чек. Все, вот это божественная защита, да? Ну, щит. Тебе... Бабл, бабл. Ты можешь не прожимать. Твой хил. Просто. Ага. Чтобы не захилишь. Зато они убьют тебя точно. Пожали звездопады капли. Так, вышел трэш. Маги, присты, дотаем весь трэш. Я уже задотал 4 моба, справа трэш. Меньше половины хп сбили. Быстрее справа бейте трэш. Скоро контроль будет. Медленно бьете. Так, фернул. Кого-то убило. Квадрат, главное, контролем это милик. Уже выбегаем. Фламанчик, поднимай Элистера. Сразу вставай. Дали лапу. Каску, крест, играйте в трэш. РДД в трэш справа, быстрей. Контроль скоро, на секунду. Звездочку убить. Смотрим на лучи, контролем. Квадрат законтролил. Два танка в контроле. Дайте пока леди. Гоняя пристав по количеству диспелла.
нравится. Играйте в трэш. Будет контроль. Клятие, диспейте. 3 секунды, 4. 4 секунды только диспейте. Класс. Луну контрольте еще. Так. Сколько до переходки? 16. Лучше стопнуть. Стопайте, escape нажали, по юге на ману, можете поставить, ладно, ничего не ставьте. Отбежали от лужи, бьем трэш, потом будет контроль, а потом спокойно переводим босса, будет еще один трэш. Сова, для кого я сказал бить справа трэш, ты бьешь слева грозой. Контроль, одна секунда, смотрим на лучи. Так, законтролил. Одного. Так, переводим босса на полна Кеншина. Сейчас справа трэш выйдет. Слева трэш выйдет. Апис подымай, никчёма. Апис подымай, никчёма. Играйте в трэш. Сейчас будет духи. Апис. Прием, прием. Земля вызывает Аписа. Отбежали от духов. Забафали Вара и пала. Лапу, каски, интеллект. Контролем людей, отбегаем от духов. Веди, леди. Повезло Апису. Молодец. Играем все в трэш, отбегаем от духов. Вот эти все трэш. Все в трэш играем. Вот, подымешь Атомск, Атомск подымешла. Отбегаем от новых духов, сейчас будет контроль. Подымай Ла сразу. Контроль через одну секунду, готовимся контролить. Все вихри отдаем. Трусы и квадрат контролим. Контролил трусы, квадрат контрольте, вихрь на квадрат. Отбегаем от духов. Давайте рост. Собрали трэш, отбежали от новых духов. Внимательно, сейчас будет контроль. Отбежали от новых духов. Тоже вышли, сейчас будет контроль. Звездопады обновляйте, ой, капли обновляйте. Так, луну законтролила. Контрольте квадрат. Это танк. Не повезло немного. Отбегаем от духов. Дух в зоне. Вот он резиденцию сальву. Трэш побери. Элестер глыбу. Все в трэш играйте. Не дрочите на босса, играйте в трэш. Отбегаем от духов. Контроль на танке был, нету агро. Два раза мы умеем контроль. Контролем квадрат. Отбегаем от духов. Не бейте трэш, играйте босса. Осталось 2 ляма добить. Отбегаем от духов. Сова, отбеги от духа. Лужа. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Поднимаю по. Даже неплохо убились. Ну да, ну более-менее. Слишком далеко.
Танк контроль два раза взяла. Люди не видят этого, бьют дальше босса. Трэш живой, говорят, дайте сальву мне. Давайте заново бафаем. Представьте, что трэш это тоже новый босс, его надо как можно быстрее убить. Да, мы быстрее понесем место. Через трэш, наверное, сакрится слева, разбафнули. Нет. Нет убоя. Блин, там гаргуля моя сагрила. Если только так. Сейчас нужно пропадет. Не, она должна сагриться потом на тебя. По идее, да. Да, сагрила. Пошли слева бить трэш. Возвращайтесь обратно. Убивайте трэш и обратно. Нет. А нет, стоп, почему бой? Или у тебя только бой? А. Идем все равно бить трэш. Бабой. Тырнул бы хотя бы. Поднимайте людей, Хрзу, стой, ты умер здесь, рядом? Да я уже посидите. Ты хоть липал или комрал? Я знаю. Пати нужен. Пустил, берем ранцы. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... Ну еще бафы плюс в чат. Радыка на оружие ты тоже чарит? Руну павшего рыцаря? Инту. Карску. Вы видите? Что это там вдалеке? Каску. Да, каску. Убегайте от ловушек. Больно бьет они. На корабле. Опус.
гранаты! Ой! Шейники! Огонь! Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Че так плохо сливает? Это вообще капец. Еще третий раз полетел. Вот он кто сидит. Зефилакс. Пушки осталось. В пушках не ветераны гильдии сидят. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. А, по 260к за мага. Опасно. Потому что первая и четвертая пушка не разрядились перед заморозкой. Вот они, ники. Какая первая и четвертая? Лево справа, что ли? Да, лево и право. Первое и последнее. И в том же трай точно так же было в том же мага. Там она. Во время заморозки там энергия спадет на 20 максимум. Это два удара. Наверное, просто медленно клацаете. Ну, разряжай, тут сейчас еще один будет. Долгие корабли. Сразу запускаю. Первый потряс. Альтерский сектанк в этого ШП. Лучше две ампули заходить, сфекать. А, да точно, кстати. Ладно, не запускайте. А, не, это ж, блин, после этого будет, после лута. Альпи, спекайся в этого, в ШП. Подожди, сейчас же не обязательно будет переубийствие, ну, переубийствие босса, если ты сундук лутаешь. Вроде обязательно. Ну, забанить, правда. Джерин, ты тут? Знаете, что? Мы пока в центре. Кажись, даже не я один. Да, вот с кораблей будет. Там есть колечко на хосту? Не. Блин, жалко. Запускаю. Торкра, выдвигайтесь. Герой. Палитра, теперь МТ на него напуливаем. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Их на ХП. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел.
и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Пять секунд. Играем. Луна ходит по рейду. С убьет мама. Ромбик убьет мама. Макс метка. Его будет хилить. Секунд. Два. Один. Тех трэш. Вам заберите. Новый трэш сейчас будет. Ромбик по рейду ходит в ХП. Кого-то сейчас убьет. Без злого. Так убери. Ну все, падай. Да, падаем. Вы не хилите, рейд? Что там по силам было? Падайте. Так, смотри. Черный стой. Ну да, черный лимон на хилер 406. Поле пал лям 200. Черный лимон, ты лагаешь? Уже 4 кило, чуть внутри кило. Да, лучше 4, наверное. 4 кило баф, метки подбивает хорошо. А дело в том, там шаман не хилил. 460к шаман, поле пал лям 200. Повезло там. Клота с меткой чуть мог не убил. Черный лимон ТВК. Неплохо ты, блин. Спекайся в Альпе в ДЦ, либо чернолимон, наверное, вылетел. Там есть какого-то МДК первым шманом зайти. Mm-hmm.
Может, шаман просто вылетел и перестал хилить до вот этих меток. Слава вроде вам. Пришла. Аварка есть она? Ты вылетела на трае? Ну ладно, тогда это объясняет, что метки не хилили. Тогда ладно, Альпиш, оставайся в ШП. Просто не повезу. Баф и тирейд. Это лучше в 4 хила. Хорошо, хотите в 4. И трэш получше бить. Ну, либо держите рейндж так, чтобы он не копил так быстро энергии. Не только фурики, некоторые РТТшки тоже не били. Ни хрена себе, я на 8 месте. Я на 9 сотку накинул. Ну это тупо пальцы. Один раз пытку скастовал, как по трэшу. Ой, Джареда передамажил. Блин, гринч там был. Пейте рыбу. Дентас, бей трэш. Будет ГП. Ну, мы вайпнемся опять. Так, все подтвердили готовность, пойду запускать. Что не хватает кого-то? Не хватает? Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Ради в конце плечи. Чик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Ваня, не двигайся, ловушки ставлю. Да, я забыл внутренний огонь подать. Дранош, на Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Я исполню это обещание. Жалкий старик. 15 секунд. Что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно... 10. Трэш 10 секунд. На секунду. Жок.
страшная секунда. Зачем ты откинул сейчас трэш? Прыжок заберите на себя. Трусы вырос в стане. Забери там. Сейчас багался. Давайте новый трэш 5 секунд. Откидывайте его, пожалуйста. Прыжок надо добить. Это не трэш будет. Десять секунд. Надо слить его. Моя душа не обретет покоя. Веселитесь, слуги мои. Трэш, играйте. Давай сакру, блин. Лаг, гимн, отхил. Спанк умер смертью храбрых. Почему вы не хилите рейд хилы? Падаем. Черный лимон, ты лагаешь? Я просто смотрю, как две метки тикают и умирают. Не сядь, Иван. Нет. А, да, поменять. Здесь там АДК в этом ВРК. Сейчас зайдет Растершиман, наверное. Наверное, надо аддончик отключить один. Каким дело, чтобы другие игроки зашли в подземелье? Каким дело, чтобы другие игроки зашли в подземелье? Багается Инс, когда РЛ лежит дохлый в инсте. Как хотите. Выключить на дочь сейчас. Вот не тогда, даже если трэш идет на тебя, и ты проблема.
Не твоя, а танков и рейда, который трэш не сливается. Давайте шкаф, ставим шкаф у сурка. Закрыть ее, чем выйти из мира. Баф эти рейд. Блин, когда на боссе после 10% у него хп остается, там, если 80+ не враг, давай какие-то деф, это сильно пробивает, нетки будут пробивать сильнее. Так, меньше будут пробивать. Вот, что ты не видишь трэш? Да я в него много и не дам. Ну, не знаю, энергии нет. А, ну а теперь вспомни, как ты дал ГП Алдерану за то, что он не бил трэш. Кома ситуация? ГП, да, 7 ГП. По идее, должен тебе дать ГП. Валеру просто превращается. Так. ЗДшки встаньте подальше, вступите в середину шлам. Президентес, герои, будьте начеку. Не будьте столько. Если мы даже убьем босса, и не будет столько в трэш, получаешь ГП. Попросил бы. Ну что, я бью же трэш? Да, 9к, это хороший ГП. 123, с чего ты за 109? Посмотри, ты не тот смотришь в прошлый трэш. А, ну ладно, значит не обогнулся. Давай посмотрим еще раз. Чтобы забрать его тело. 116. Резидент с 9к. Комментарий в чат. Все, ладно, извини. Я, походу, продублировался, что ли. Ай. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Где Сатомск? Безопасности в Городаре под защитой старейшин. Это все из-за того, что другие совы плохо играют в трэш. Еще ладон ЕПКП, а ЕПКП все равно работает. Прикольно. Там два дона ЕПКП и ЕПКП ультмастера, не разу. Надо проверить еще. 10 секунд. Сейчас посмотрим, как машинечка хилит. Рост. Шуречка, рост. Сыграем в трэш. И
скорее всего, на себя частицу лучше повесим. Давайте в трэш. Метки. Одна секунда до трэша. Мага, свата, хорошо, хильте. Кинчит земли на мага. Раунда хильте. Сейчас будет трэш. Прошлись. Делин, давай сакру. Лепец дивно отхил, у тебя все равно метка. Сейчас ДПСа больше в рейде. У меня только сейчас откатило зверя. Посмотрим. Вот хила. Опять все выпали. То есть мы получали в прошлых траях намного больше урона. В этом трае шаман нахилил 450-ка. Или пол 650. А тайцы можно на 2 минуты? Да. Помните о чести героя. Как жестоко не была битва. Пожалуйста. Да, не отрекайтесь от нее. Крики. За 10% кто-то хочет взять, кроме никчема. Я там писал, что ЕП на шамана получаю, но токен бы забрал. Сколько тотал? Урон. 10-52. Так, это тут лучше там 4. Три хила, я думаю, захилите. Для чего хилить? А в прошлом анбафе сколько было? 4. Не, это общий ДПС. 350. Сколько там было? Сравнить просто дамаг наличие какой будет. Тогда поменяли кулрейда.